Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. Друзья, хочу попробовать совершенно новый формат. Это мне предоставили посмотреть аккаунт и сказать какие-то о нем плюсы, минусы. Давайте попробуем, что из этого получится. Погнали. Давайте посмотрим сначала на зоопарк. Каэльгар, Граб. Здесь есть аптекарь, лекарь, отель. Я так понимаю, что они запасные, он ими не играет. Ревоглаз какой-то очень молодой, не одетый. Холодное сердце всего лишь на 9 тысяч. Палач на 17 тысяч, это вполне себе ничего так. То есть хоть шмот и не очень, но он просто выкачан в 6, плюс 16, это довольно недешевое удовольствие. Заргала, три набора атаки у нее одета. Не скажешь, что плохо, почему нет? Скорость плюс 32. Сапоги на скорость и не вкачанные. Тут это, наверное, зря. Неплохо было бы сапоги вкачать все же. Ну вот завтра начнется событие на прокачку. То есть даже несмотря на то, что сапоги серые, все же до плюс 12. Потому что скорость они существенно поднимут. А поднятие скорости подвинет ее. Сколько у Гаргараба? 160. Потом Заргала. А потом Каэль. Ну, Каэль. 161 скорости. У Заргалы 135 скорости. Да, Заргала Каэля не обгонит, надо существеннее что-то и менять. Это я к чему? Смотрю, чтобы на арене сначала этот бафает, это бьет по всем дебафает и Каэль всех равняет. Была бы довольно интересная подборка. Кто еще на арену? А, ну Палач, скорее всего. Враск или Враск. Враск в сети контратаки довольно весело. Месть, скорость у него присутствует какая-то. Так, героями понятно. Давайте глянем тогда. Компания закрыта, невозможная полностью. И что можно фармить? Ну, в принципе, понятно, что можно фармить. То есть можно фармить легко 12-3, 12-6 с помощью Каэля. Давайте глянем на клан. Он сам себе создал домашний клан, является клан-лидером. И что мы тут видим, это слабая его собственная активность. То ли он завел еще 5 мультов, то ли жизнь не дает. Но смысл в чем, что мы видим, что хорошая команда под арену, и на арене он не сражается. По-моему, я раза 3 на его аккаунте сыграл сегодня в арену. Сразись с клановым боссом и проведи в игре 90 минут. То есть можно просто было открыть на мобилке и кинуть на автокомбат с клановой в клановой битве. Давай посмотрим, что он умеет в клановой битве. Один ключ всего лишь остался. А как так? Загадка. Если он сражался всего лишь один раз, а ключ остался один. Ну, может, только если накрылся медным тазом. В этой игре такое, к сожалению, встречается. Ну, такой команды особо много урона не нанесешь, только один КЛ. Ну, вот, получается, Гаргараб заливает полоску, КЛ дамажит, травит. Холодное сердце так бьет под дебафами босса, под дебафами Заргалы. И маленько травит, но она, наверное, очень редко там получается у нее травить. А Враск всю команду подхиливает. Вот какая стоит команда защиты. Ну, отлично. Никаких вариантов. Вот история. Отличное количество побед. 3, 4. За последние 24 часа 4 победы в защите. Шикарно. Я так понимаю, что такие команды, которые без бафа скорости, можно кушать на завтрак.
Конечно, хочется, чтобы разлом брони был сначала, но что выросло, то выросло. Раз очень слабо дамажит. Может, что-то такое надо более хитрое все же. Тот же палач, он полоску скорости тормозит. Но такой-то противник был не очень сильный. Если на один бой убрать Враска и поставить палача попробовать. Давайте попробуем такого, вроде нашего уровня. Насколько силен здесь лекарь. Нам отдали первый ход. Хоть и не сильно одет. И немножко по броне. И лекарь не успел своих разогнать. И на посошок палач дебафнул им атаку. Ну вот, собственно, отлично. Конечно, не всех сейчас можно добить. Но мы этого и не добиваемся. Красного неудобно бить, конечно. Но парализованный он выглядит гораздо лучше, конечно. Давайте его отравим. Потихонечку запилим. Так, тоже неудобно. Ничего. Время оживать. Ну все, разок ожило и хватит. Так, и этот конь шестизвездочный, жирный. Снять, конечно, нечем. У нас все синие. Да, поднимаем, господи. Продолжим. Большая разница в скорости, то есть да, герой хороший, и у него аффинити правильная против всей нашей практически команды, кроме Зергалы, но за счет того, что у нас разгон и он остался один, то есть вот сразу ушел лекарь и палач, и практически боевая маска, и хорошая сильная легенда ничего не смогла сделать. Ну, она правда еще и не одета особенно. Давайте вот на такого скокнем, на 20 тысяч сильнее. Скорее всего, конечно, проиграем, но пусть один разочек и проиграем. Возможно, получится все-таки за счет скорости что-то тут. Какой-нибудь фокус провернуть. Сняли щиты. Немножко прорезали команду. Сам остался жить. Вот Хардину бы еще брать, и отлично. Ну, правда, это очень кобыла толстая. Как мы с ней будем бороться, не знаю. Ну, сломан щит. А мы ее отравим, да. Ну и сейчас опять за счет того, что у нас есть разгон. Здесь у противника нет разгона. Мы его просто запилим сейчас. Неважно, хороший он, плохой тут. Насколько силен. Всю эту команду разогнанную он не потащит. Будем постоянно заливать полоску хода и бафать атаку. А палач, вы помните, что он не только защиту жрет, но и атаку. То есть в смысле, что урон, когда наносит, считается, и атака тоже. Правда, не на все навыки, но не важно. То есть и ушла эта защитница, или как ее забыл. Да, защитница так это называется. То есть вот за счет того, что Гаргараб и Зергала, это, конечно, тот еще набор. Силы 57, убили силу 78. Но без заливки, без бафа скорости. У нас еще без бафа скорости есть, но заливка ловец. Это такая довольно опасная заливка. Единственное, я надеюсь, что мы чуть быстрее его и раньше походим. Давайте еще такую попробуем сыграть. Заливаем. Немножко не вовремя, но бьем по всем.
Еще раз бьем по всем и режем броню. Ну, как получится, правда. Ну, вот двоим штраф защиты повесили. Сейчас их очередь ходить. И они, естественно, кидаются на палача. Почему, правда, не сам толком не знаю. Ну, неважно. Палачу порезали защиту, и он, конечно, много урона не нанесет. Но, собственно, этого и хватит. Нам главное ловца сейчас прибить. Так, это уже хорошо. И отравим, давайте. Красномордого. Все, ему пришло. Ну, сейчас палач будет долго возиться с ним, конечно. В общем, на палача 60 уровня кидаться нельзя было. Это была ошибка. Не обратил я внимания. Это была ловушка. Палач один раскатал всю эту нашу шушуру, комбу-вомбу и не зажужжал. Давайте теперь посмотрим активность. Все, буквально вот сколько времени прошло. Закрыли 3 звезды. Так приятнее всем будет смотреть на вашу игру. Миссии развития выполняются, я вижу. По-моему, даже не очень медленно. Очень много зеленых осколков, то есть не прокачивается. То есть экспы висит еще на 10 дней. А зеленые осколки не открываются. То есть прокачаны 30-е, 20-е уровни, даже 10-е. Все это хранится, ждет, судя по всему, события. Ну, по-моему, события лучше ждать с какими-нибудь 40-ми уровнями. Или с 5 пятерками первого уровня, и потом уже 6-й уровень, 6 звезд кому-то давать. Но это еще такой не сильно старый аккаунт, здесь это еще, наверное, не так легко. Хотя 46-й уровень присутствует. Но очень слабый шмот, что же делать с этим? Ну вот палачу тоже только 2 эпика, остальное белый. То есть все как-то одеты с компанией, я так понимаю. Ну, набор атаки раздавали много где. Что у нас с кражами жизни? То есть кража жизни с компанией. Кто-то долго и основательно фармил компанию. Даже не буду смотреть, что там. Что у нас с морозом? То есть маленькая есть мороза. Возмездие. Щит это был в подарке. Скорость. Тоже белая вся. Не из дракона. Ну, 11 дракон это вполне то, что можно пофармить. Давайте разок пробежимся. Синяя заргала. Альтернатива у нас заргали что? Раск. Чтобы не помирали. Ну, наверное, и так не помрут, не успеют. Кайль с палачом пробит первые 2 волны без проблем. Ну и дальше дракон. Дракон повержен за 2 минуты. Надо бы что-нибудь эпического, оружие со скоростью, атакой и здоровьем. Хоть 4 звезды, но сами вторые параметры неплохие. Ну, соответственно, такого бы 5-звездочного пару мешочков не помешало бы. Я смотрю, довольно основательно так тут гоняли паучиху бедную. 47 атрибутов. Не одетых валяется. Ну, возможно, к завтрашнему событию тоже все это дело пойдет. Что-то апнется, что-то оденется. Вижу, что команда усиленно ходит к Минотавру. Ее приодеть бы получше, конечно, как-то. Не рано ли им к Мино ходить? Они гоняют 13 уровень и довольно быстро, то есть лучшее время 2 минуты. Но это основательная такая потеря энергии. Тем более, то есть, ну, если выкачаешь ты сейчас таланты до упора, все равно, что не можешь взять ни этот самый.
Грозу великанов ничего такого, потому что только один герой из шестого уровня. Шестизвездочный, то есть. Поэтому нужно улучшить шмот, нужно конкретнее одеть еще несколько человек, возможно, хотя бы одного в 6 звезд. И это позволит уже дальше пройти, хотя бы 14-15 там, глядишь. Скоро там еще может откроется штук 5, неизвестно. Испытания тоже, я смотрю, не очень пройдены. Три бонуса большого зала до 5 уровня. А это, судя по всему, не сделано, потому что очень низкая активность на арене. Тут как-то далековато еще до 5 уровня, до 3 залов. Не знаю, хороший аккаунт, мне нравится. Все нормально. Играю, получаю удовольствие свое, это самое вот. Ну, может, лучше бы и больше героев одеть получше. Вот. Ну и уделять внимание арене, то есть 15-20 боев надо в день все-таки делать. Как и когда надо как-то приспосабливаться. Вот. Возможно, запустил его на арену, нажал автокомбат и мобилку сложил в карман, сунул. Хотя, как получится. Друзья, напишите, пожалуйста, в своих комментариях, что бы вы высказали по этому поводу, про такой аккаунт, какой совет, может, дадите пользователю. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи, пока-пока.